Герой нашего времени во всемирной паутине. 200-летнему юбилею со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова в интернете появился новый сайт, посвященный русскому классику. Авторы и разработчики – сотрудники централизованной библиотечной системы по сайтам. Все началось с тематической странички, которая разрослась до отдельного портала. Это уже третий подобный интернет-проект «Батайских библиотекарей». Первый посвятили Чехову, второй отдан краеведческому материалу. Новый сайт уже представили на Лермонтовских чтениях в Ярославле и Санкт-Петербурге. Так, например, здесь есть рубрики «Лермонтов экскурсия». Есть цитаты и афоризмы произведения Лермонтова. Есть сценарии, это готовые механические разработки. Есть экранизация. Есть страничка «Лермонтов детям», где есть непредставная информация, адаптирована для детского восприятия. Чем больше я сталкиваюсь с Лермонтовым, с стихами или поэмами, я все больше проникаюсь в его жизнь. А почему? Да потому что он мне все время ближе становится. А ближе потому что я чувствую, как он тишит душой. И хотя сейчас Лермонтов еду, и все исследователи, очень много говорят о том, что летом толпой, и там ночью, какой-то несвободный человек. Но поэт не может быть